Теперь, похоже, дом совсем пустой. А вчера ходуном ходил. Что-то тут нечисто. Пойди, проверь. Сейчас? Нет, завтра, идиот, сейчас! Шевелись! Сейчас. Отсюда. Хорошо, Джонни. А как насчет денег? Каких денег? А если сказал, бабки у тебя. Так и сказал? И сколько я должен? А если сказал 10%? Жаль, что Эйси сейчас далеко. В каком смысле? Он принимает ванну наверху. Он позвонит тебе, когда выйдет. Эй, вот что я дам тебе, Снейкс. Я дам тебе посчитать до 10, чтобы ты убрал отсюда свою толстую желтую задницу, прежде чем я нашпигую тебя свинцом. Ладно, Джонни, я ухожу. 1, 2, 10. Сдачи не надо, грязная тварь. В чем дело? Я не знаю, кто там, но одного уже прикончили. А? Кто-то нас опередил, они уже там. Двое. Чего-то не поделили. Ну и один пришил другого. Кто? Я не знаю. Один из голосов вроде знакомый. Где-то я уже слышал имя Снейкс. Снейкс? Снейкс, Снейкс. Не знаю никакого Снейкса. Снейкс, давай сматываться. Да подождите. Посмотрим, кто там. Мы же работаем в этом квартале. Что, если полиция прицепится к нам? Начнет клеить нам убийства. Неплохо бы знать ответы на их вопросы. Клевая идея. Ясно, что клевая. Снейкс стал бифстейкс. Снейкс.